Челябинске на мусороперерабатывающем заводе обнаружили тело 19-летней девушки. В убийстве подозревают сожители ее матери. Тело обнаружили утром 4 августа среди свежепривезенного мусора рабочие завода по переработке отходов. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удалось опознать погибшую и выяснить, что с ней произошло. Девушку задушил во время ссоры 39-летний сожитель ее матери. Он был с девушкой в плохих отношениях. Мужчину оперативно задержали. Сегодня, 6 августа, мужчине избрали меру пресечения. Адвокат просил оставить его под домашним арестом, но судья решил иначе. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 октября 2022 года, уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Известно, что у мужчины уже несколько судимостей за спиной, а свою падчерицу он убил как раз в период условного приговора. Челябинец нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.